Армыстан қадырменді көрермендер, сіздермен бірге күн сайын дәл осы уақытта тікелей эфирде жолығатын Көкше нұры таңғы танымдық бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Айгүл Мырзағалиқызы және менің әріптесім Юрий Берденко. Здравствуйте, дорогие телезрители. Хочу сразу же задать вам один вопрос. Как у вас настроение? Ну, хотя зачем я спрашиваю, я так уверен, что оно у вас просто замечательное. Мы желаем вам доброго утра, всего самого наилучшего и самого позитивного дня. Пусть он будет наполнен удачей, счастьем и всем самым-самым-самым наилучшим. Ну, а начать я предлагаю, Айгуля, с нашей традиционной музыкальной композиции. Я Юра, мен сенімен толықтай келісем. Неше қымбатты көрермендер, таңғы көңіл күйімізді көтеру үшін Ибрагим Ескендірдің қазағым әніне кезек берейік.
Я говорю, вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, вопрос в лоб сразу же с утра, как ты считаешь, утренняя зарядка полезная вещь? Я меніше өте пайдалы, өйткені күнімізді сергек өткізу үшін, және де барлық жоспарланған жұмыстарды тиянақты орындау үшін таңғы жаттығудың орны бөлек. Ну да, безусловно, но есть такой момент, что не всегда есть желание делать утром зарядку. Иногда это обычно человеческая лень, иногда просто нежелание проснуться пораньше, ну иногда просто нехватка времени в силу того, что кто-то на работу встает пораньше. Но все-таки, я думаю, телезрители со мной согласны, и хотелось бы приобщить и нас с тобой, и наших телезрителей к этому полезному занятию. Ты не против? Я мен қарсы емеспін, Юра, шынымен де дұрыс айтасың, таңғы жаттығуды барлығы бірдей орындай бермейді. Дегенмен біз әр күн сайын тұрақты айдарымыз 3-4 айдарын сіздер үшін ұсынамыз, және міндетті түрде жайғана қарап қоймай, біз көрсеткен таңғы жаттығуларды қайталауды ұмытпаңыздар. Всем доброе утро! С вами сегодня Наталья, фитнес-клуб «Капитал». Делаем вдох, настраиваемся на занятия, еще и сделаем вдох, не спешим. Сразу собираем стопы, руки на пояс и переходим на марш. Выше колени, правой. Идем. 4, 3. Степ-тач, степ-тач. Стопы параллельно, стопы ровнее. Не спешим. 4, 3, 2. Захлёст, захлёст. Корпус на месте, корпус ровнее. Степ-тач, степ-тач. 4, 3, 2. Всё, молодцы, шагом марш. Правой, правой впереди, марш на месте. Идём. 4, 3, 2. Переходим с вами на быстрый марш, на быстрый марш. Корпус ровнее. 4, 3, 2. Стопы вместе. Отрываем стопы от пола, сгибаем колени. Приготовились. 4, 3, 2. Колено по одному. Правое, левое. По два, по два. По два. Соединим колено по одному. По два. И добавим руки по одному, правая, левая, по два, молодцы, по одному, правая, левая, по два, молодцы, джамп, все, руки на пояс, отрываем, отрываем стопы от пола, приготовились, 4, 3, 2, джампинг джек, джампинг джек, молодцы, еще, 4, 3, 2, джамп, прыжок, 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 приготовились, по моей команде, и сейчас добавим руки, 4, 3, 2, джамп и джек, со мной, джамп, джамп, давай, давай, еще, еще, джамп и джек, молодцы, джамп, джамп и джек, джамп. Все, руки на пояс, переходим на быстрый марш. И сейчас все соединим. Колено по одному, по два и вторая часть. Приготовились. Джамп. Приготовились. По моей команде. 4, 3, 2. Вперед, колено. А руки по два. Джамп и джек. Джамп. Колено, правое, левое, по два, джамп и джек, веселее, джамп, молодцы, все, руки на пояс, переходим на быстрый марш, не останавливаемся резко, молодцы, еще 4, 3, 2, шагом марш. Всегда начинаем с правой. Правая впереди. Марш. Выше колени. Правая. 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 Идем. 4, 3, 2. Степ-тач. Степ-тач. Сгибаем колени. Стопы параллельно. 4, 3, 2. Заплёст. Заплёст. Корпус на месте. Заплёст. 4,
3, 2, степ-тач, степ-тач. И добавим прямые. Выпрямляем локти, корпус на месте. 4, 3, 2, заклёт, заклёт, заклёт. Степ-тач, степ-тач. Не останавливаемся резко, у нас быстрый темп. 4, 3, 2, 1. Все, руки в сторону, в сторону. И давайте каждый себе похлопаем снизу наверх. Снизу наверх. Хлопаем каждый себе. 4, 2. Все, молодцы. Марш, марш. Выше коленя. Корпусом не работаем. Корпус на месте. 4, 3, 2. Ну и теперь шире шаг. Все остановились. Делаем вдох на месте. Не спешим. Выдох. Еще и сделаем два раза. Вдох. Выдох. И еще заключительный вдох. Молодцы. Все, ну и теперь стопы вместе. Согнуты колени. Обхватили колени руками. Обхватили колени. Заводим аккуратно вправо. Аккуратно вправо, вправо. Расслабляем колени. Заводим влево, влево, влево. Аккуратно. И чередуем. Сначала вправо, влево, прям аккуратно. Вправо, влево. Все, молодцы. Вырастаем наверх. Шире стопы, шире шаг. Делаем с вами вдох. Вдох. Выдох. Еще и сделаем. Садимся уже ниже. Не спешим. И заключительный вдох. Вдох, выдох. Все, молодцы. Собираем стопы. Ну что, очень аккуратно заводим плечи назад. Очень красиво. Очень красиво. Ну и теперь все остановились. Спина ровная, живот тянули. И все вместе со мной. Очень красиво. Одна в сторону. Вторая. Всем огромное спасибо. Все молодцы. Занятие окончено. Құрметті көрермендер, мынадай керемет жаттығудан кейін күніміз сәтті өтеді деген ойдамыз. Юра, саған мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Әр күн тарих, яғни ерекше есте қалатын мейрамдары бар, есте қалатын естеліктері бар деуге болады. Ал сен үшін ең бір ерекше мейрам қандай күн? Мы с тобой с утра, я так понимаю, решили позадавать друг другу вопросы, и ты не вместишь теперь за зарядку немножко. Ну ладно, хорошо, у меня любимый праздник, на самом деле мне сложно ответить на этот вопрос, я все праздники очень сильно люблю, но самый любимый, наверное, как и у многих, Новый год. Атмосфера праздника, елки, все нарядные, море позитива, вот хотелось бы, чтобы каждый день такое было, но тогда бы праздник, наверное, потерял свою актуальность. Да, ал жаңа жылға дейін әлі біраз уақыт бар, құрметті көрермендер, ендеше келесі кезекті тарихтағы осы күн айдарына берейік. Бүгінгі күн несімен ерекше есте қалды екен? Бүгін Башқұртстан Республикасының күні. 1990 жылы Башқұрт АКСР-ның тәуелсіздігі туралы декларация қабылданды. Ал Ирландия Республикасында ұлттық мейрам Конституция күні. Ирландия Батыс Еуропада орналасқан мемлекет, астанасы Дублин қаласы. Аргентинада мұғалімдер күні. Ол ағартушы елдің бұрынғы президенті Доминго Фаустино Сарментаның қайтыс болған күніне орай жыл сайын атап өтіледі. 1881 жылы американдық Дэвид Хьюстон фотоаппараттың фотопленкасына патент алды. 1885 жылы француз жазушысы Нобель сыйлығының лауреаты Франсуа Мариак дүниеге келді. Ал 1949 жылы дәл осы күні дүниежүзілік медицина қауымдастығының бас ассамблеясында алғашқы халықаралық медицина этикасы кодексі қабылданды. 1994 жылы 11 қазанда Қазақ Телеком акционерлік қоғамы компаниясы құрылды. 1997 жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери академиясы құрылды. Дәл осы жылы Қазақстанда Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы қабылданды. Ал 2007 жылы елбасы Каспидегі жаңа Ақтау Сити қаласының алғашқы іргетасын қалады.
Уважаемые телезрители, мы с вами уже немного взбодрились, и мне хотелось бы перейти к теме нашего сегодняшнего эфира. Звучит она следующим образом. Она сегодня посвящена прекрасной половине человечества. Нет, сегодня не 8 марта, не Международный женский день. Оказывается, есть еще один праздник, учрежденный Организацией Объединенных Наций. Этот праздник посвящен маленьким представительницам прекрасной половины человечества. Ну, я очень люблю по утрам, Игуля, как ты, наверное, знаешь, добавлять интеллектуальную разминку к разминке физической. И хотел бы задать пару вопросов. Итак, сегодня у нас всего по несколько. Первый вопрос. Назовите несколько мультфильмов, пусть будет три. Три мультфильма, в которых главными действующими персонажами, главными действующими героями являются маленькие девочки. И второй вопрос. Назовите несколько, ну пусть снова будет три, национальных традиций, связанных с маленькими девочками-детьми. Юра, я дұрыс айтасың, бүгін ерекше мейрам екен, ол халықаралық қыздар күні. Бұл Біріккен ұлттар ұйымының шешімімен қабылданған ерекше мейрам. Бұл мейрам қалай шықты дейсіздер ғой? Ол кішкентай қыздардың құқығын қорғауға байланысты дәл осындай мерекені жарияланған болатын. Бүгінгі викториналық сауалдарымызды айтып өтейік, өйткені бұл біздің дәстүрге айналған әр күн сайын біз айтулы тақырыпқа сай сұрақтарымызды өздеріңізге жолдаймыз, сәйкесінше дұрыс жауап берген көрермендерімізге арнамыздың арнайы бағалы сыйлықтарын ұсынамыз. Ендеше мұқият тыңдаңыздар, бірінші сұрағымыз. Мультфильмдерде басты кейіпкердің рөлін сомдаған қыздардың есімдерін атаңыз, жаңа әріптесім Юра айтқандай, үш кейіпкерді атасаңыздар болады. Және екінші сауалымыз, бұл қыздарға қатысты қандай салт-дәстүрлерді, ырым, тыйымдарды білесіздер. Егер де сұрақтардың жауабы сізге оңай болса, міндетті түрде дәл қазір телефондарыңызды алып, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 25-25-05. Біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Звоните к нам в прямой эфир по телефону 25-25-05. Мы с нетерпением, мы с радостью ждем ваших звонков. Будем очень рады пообщаться и вручить вам памятные призы. Ну что ж, сейчас я предлагаю послушать музыку и встречать гостей нашей студии. Я қонақтарымыз студиямызға келіп жеткенге дейін кезекті әсем әнге берейік. Ұмытқан едім бұлдыр күн сезімдің алла сүйкімділігіңді де көз алмай қараған қана ұмытып бәрін сауыққан жүрегім жаңа Келем күлесінде ғашықпын мен қайтадан бірақ-бірақ бейнен бейлесің бе таңын бір мүтісім ересің бе шыптынасың еркелеп күлесінде ғашықпын мен қайтадан сенесің бе Қайтадан сенесің бе қайын қайын өмірдің белесің
Доброе утро, Капичтаб. С вами я, шеф-повар Алдар Кусер, Светлана Анатольевна. Сегодня на завтрак мы приготовим сырники. Для этого понадобится творог, яйцо, сахар, чуть-чуть разрыхлителя, соли. Мы будем делать с изюмом, а подавать мы будем с вареньем и со сметаной. Возьмем соли, сахар, разрыхлитель. Месить я буду руками. Замесим творожное тесто. Добавлю чуть-чуть муки. Ну и вполне нормально. Сформируем сырники. Чуть-чуть запанируем их в муке. Смажем сковородку. Дадим подогреться и будем выпекать. Дадим им настояться. На завтрак сырники с клубничным вареньем. Посыпем ягодками. И посыпем сахарной пудрой. Сырники с изюмом готовы. Приятного аппетита! Дорогие наши телезрители, как вы уже заметили, мы решили вас порадовать не только музыкой, но и вкусным завтраком. Мы переходим к следующей части нашей программы. Я бы стек асем әнмен ғана емес, таңғы асты қалай пайдалану, қалай дайындау керектігін де көрсеттік. Бұл ең тиімді тәсіл жылдам әрі дәмді дайындалатын тағамның бірі. Юра, енді жаңа айтып өттік қой, бүгінгі тақырыбымыз халықаралық қыздар күні, кішкентай қыздарға арналып отыр. Енді мен саған мына сұрақты қоймай кетуге болмайтын сияқты. Егер де сенің болашақта қызың болса, яғни кішкентай қыз балаң болса, оны қалай тәрбиелеуші едің? Қандай әке болар едің сен? Айгуль, когда ты говорила мне, что у тебя есть ко мне сюрприз, я не нужно будет настолько шокирующим. Но вопрос на самом деле очень интересный. Ответить я на него... Уйти от ответа нельзя, да, я так понимаю? Надо отвечать обязательно. Да. Ладно, я отвечу так. На самом деле... Мне бы очень хотелось дочь когда-нибудь, ну, действительно. Почему-то вот, ну, почему-то все отцы всегда больше хотят дочь, чем сына. Да, это ну, не все, но иногда такое бывает, в основном, да. И, наверное, я не стал бы исключением, хотя и сыну я был очень рад. Жерет бұл жауабыңды қабылдайық, ендеше көпке созбай студиямызға келіп жеткен қонақтармен таныстырып өтейік. Құрметті көрермендер, бүгін біз таңғы бағдарламаға қонақ ретінде кішкентай өнерлі қыздарды жинап отырмыз. Және де бүгін бізде қонақта Көкшетау музыкалық мектебінің тәрбиеленушілері Айым Мұхитанова, бұл әнші қыздарыңыз кішкентай, және Аяна Баймуш. Бұл кішкентай қызымыз жетігенде ойнайды. Қыздар, қош келдіңіздер, көңілгелеріңіз қалай? Жақсы. Доброе утро. Как настроение у вас? У меня все отлично. Все довольны? Вот смотрите, какие маленькие, прекрасные сегодня феи у нас в эфире. Девочки, вы у нас музыканты, насколько я понимаю. Да. Да. Где учитесь? В музыкальной школе. Ну, это мы знаем. Расскажите о своей школе. Почему туда пошли? Потому что там... В музыкальной школе... Ну, по идее, вначале там не было вокала, но... У тебя именно вокал? Да, у меня специальность вокал. Сначала там не было вокала, но потом, когда я им спела, им прям понравилось, и они решили, что... Надо открывать вокал. Да. Ну, круто, вот основоположник всех вокальных данных от Мальцевской области. Я с детства мечтала играть на жетигине, потому что это очень интересный инструмент.
Сначала тоже в музыкальной школе имени Брижинсала не было этого инструмента, этой специальности. Потом ты тоже пришла и устроили же ты. Ну, как бы так. У нас сегодня легендарные дети просто в эфире. Сразу не отходя от кассы. Может, попросим что-нибудь нам исполнить даже? Я, менде бір қонаққа де сұрағым келіп отыр. Бірінші, айым сенен бастасам. Хорошо. Я спою песню Латиф Хамиди «Бул-бул». Ай, Латиф, ай, Надаян, ашық аспан, мақатан, жылдастарай, жымын қаққан, сүйкілі. Жарасқан екі жасқа махаббаттай. Несем бұл-бұл бақшада, жүреке болсан деп дауа, қамы пасылу қалқа жан, бақытың әлі алдыңда. Прекрасно просто. Бір көзіңді жұмып, дәл осы әнді тыңдағанда, бейне бір орманда бұл-бұл ән салғандай. Сонда кішкентай ғана қыз, мынандай дауыс өте керемет. Рахмет. Айгуля, вот скажи мне, ты петь умеешь? Енді өкінішке орай, ән айта алмаймын, бірақ әнді жақсы көремін. Осындай дауыстарды естігенде шіркін, мен де бір ән салсам ғой деп армандаймын. Ну, это все не так. А вот так, чтоб прям вокалом поиграть, голосом. Нет, я не умею. Меня всегда поражала способность вокалистов, на самом деле, особенно в таких маленьких, творить чудесные вещи голосом. Такая хрупкая, вот такая хрупкая, голос, да, голос такое. Ну, это, видимо, особенность легкие, да, это же все задействовано, артикуляция, да, все конечно. Полностью. Ну, это очень здорово. Ну что ж, теперь давайте послушаем, посмотрим на то, как играют на музыкальном инструменте, послушаем. Мне кажется, ли он высотой примерно ростом, как ты? Да, чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше. Так. Я буду играть «Арбиян Конор». Это народный кюй. Thank you.
Прекрасно. Как много у нас сегодня музыки в эфире. Да. Аянаның мындай өнеріне тәнті болмау мүмкін емес. Рахмет. Аяна, можно нам узнать о твоем музыкальном инструменте поподробнее? Я могу рассказать историю возникновения жетьена. Мне вот сейчас мы историю послушаем, но мне интересен один момент. Играть можно только на тех струнах, которые ближе к тебе, или вот та часть жетьена тоже задействована? Вот там можно тоже играть, тоже, да, с той стороны? Да. Это в зависимости от музыкального произведения? Да. Все, теперь историю. Раньше давным-давно жил-был один старик. У него было 7 детей. Когда наступил голод, каждый из детей умирал. Когда умер первый его сын, он натянул на дощечку первую струну. После второй, третий, четвертый. И с каждым разом он натягивал на дощечку по одной струне. Когда умер его последний сын, он сыграл на этом инструменте, который у него получился. Это сколько у него детей было? 7. Семеро. А струн да. Здесь сколько? Вот это древние струны. Это вот первые, дальние от тебя, да. Получается, 7 вот. Струн. Как бы жетьен был посвящен... Вот даже переводится жетьен как 7 струн. Угу. Это в честь его сыновей. Позже в современном жетьене их 23. Это добавили струны. Вот. Интересно. Угу. Больше чем в 3 раза увеличили, да, количество? Да. А зачем, чтобы звук был другой, чтобы тональности добавить? Я, да, думаю, что это так. Чтобы было как бы диапазон интереснее. Больше. Да. Спасибо, Яна. Аим, мы вот с Айгулей, когда только зашла к нам в студию, сразу хотели спросить тебя по поводу твоих призов. Расскажи нам о них, пожалуйста. Конечно. Это приз за гран-при. Я выиграла его, ну, вот здесь, в Кокшетау. Угу. Это республиканский конкурс «Эстрадный вокал». Я пела тогда песню Димаша «Создан Террен он де Трес». Этот кубок, проходил в музыкальной школе один конкурс, и как бы там я тоже выиграла первое место, но по оперному вокалу. Судя по всему, вот я вижу, тут 2017 год был. Да. Это в прошлом году было. Да. Угу. А чем оперный вокал от эстрадного отличается? Оперный вокал, ну... Там как бы, ну, многим. Просто эстрада, это там, ну, всякая попса, все такое. А опера... Это классика. Там, сложно. Да, классика, там более сложно, нужно, чтобы был правильно поставлен голос. В опере всегда должен быть, ну, вибрато у голоса. Ну, в общем, это довольно сложно. Я училась оперному вокалу уже 5 лет. И я а думаю, сейчас мне... тебе сколько? Мне сейчас 12 лет. 12, это с 8 лет, 7 лет. Да. С математикой у меня плохо с утра. Так, а давай еще про последний приз поговорим и перейдем к следующему. Последний приз, это баллада Усса. Это самый важный для меня приз, потому что это вот мне, ну это можно сказать, один из самых первых конкурсов, в которых я участвовала. Там, получается, как бы нужно было пройти в тройку, и потом как бы еще дальше можно было пройти в финал из... Из Кокшетау было много людей, примерно 60 человек или 70. И, в общем, сначала я прошла в 30, потом в 15, и потом я спела оперную песню «Казах вальсе», и как бы я прошла в тройку. Ты в тройку вошла из 70 человек? Да. Но потом меня не взяли в финал, потому что у певицы, которая была в жюри, у нее эстрадный голос, и как бы я не смогла бы спеться с ней в дуэте. Поэтому, поэтому взяли не меня, а другого мальчика. Интересно, от жюри такие. Да. Если не можешь петь со мной, значит не поешь вообще. Да? Спасибо. А я на сенен жетстыкен туралы естек. Сене бір қатар байқауларға қатысып жүрсің, конкурсы, да, тоже? Я участвую в конкурсе. У нас есть свой ансамбль. Он состоит из 5 человек. Мы учимся в 3 классе в музыкальной школе. Мы ездили в Астану, мы заняли там гран-при с ансамблем. Мы тогда играли кюикинез. Позже мы участвовали в концертах многих, уже в музыкальной школе, в филармонии, вот недавно тоже участвовали. Пока что так, дальше будем, думаю, еще в больших конкурсах участвовать. А так. Ну что ж, все очень здорово. Наши маленькие принцессы, очень приятно с вами разговаривать. Мы продолжим с вами буквально через несколько минут. Сейчас, Айгуль, я предлагаю посмотреть нашу рубрику, посвященную искусству. Я иначе келесі кезекте ракурс айдары жаңа мультфильм кейіпкерлер жайында сыр шертеді екен.
Қазақфильм толықметражды анимациялық мұзбалақ фильмін прокатқа шығарады. 2018 жылдың 18 қазанынан бастап отандық прокатқа адам мен бүркіттің достығы туралы баяндайтын толықметражды анимациялық фильм шығады. Фильмді Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігінің тапсырысы бойынша Қазақфильм киностудиясы түсірген. Қызықты оқиғаға толы аталған фильмнің режиссерлері Тұрдыбек Майдан мен Тілек Төлеуғазы. Фильмге адам баласының бүркітті қолға үйретуі арқау болған. Оқиға желісі бойынша адам мен құс бір-біріне сенім білдіре отырып бауыр басады. Сонымен қатар фильмде қазақтың саятшылық дәстүрі де суреттеледі. 2 жыл көлемінде жасалған бұл фильмде 40-қа жуық кинематографияның осы жанрында еңбек етіп жүрген отандық мамандар істеген. Ұзақтығы 65 минутты құрайтын мультфильм 2D және 3D форматында жасалған және әр секундында 24-25 кадр сурет салынған. Кейіпкерлерді дыбыстауға Ержан Жарылқасынұлы, Жанат Тыныбаев, Самат Қордабай, Төлебаев Ерғали Дүйсенұлы, Алма Әділқызы есімді театр және кино актерлері қатысқан. Уважаемые телезрители, что ж, мы продолжаем нашу беседу с нашими очаровательными гостями. Сейчас у нас есть звонок в студию. Я студияға келген Қоңырау Барекен. Сәлеметсіз бе? Қайырлы таң. Алло, в эфире, мы вас слушаем. Доброе утро. Хочу ответить. Доброе утро. На тема сегодняшней программы вашего телевидения про девочек. Хочу ответить на вопросы викторины, которые задавали дикторы. Значит, Пеппи длинный чулок, сказка о потерянном бремени, и девочка хочет сниматься в кино. В этом фильме роли исполняет девочки. Желаю творческих вам успехов. Всего хорошего. Абсолютно верно. Спасибо большое. Оставьте свой адрес режиссерам, мы с вами свяжемся. Как вас зовут? Байдан Сызылген сияқты. Алло. Режиссер. Алло. Ну, к сожалению, звонок оборвался. Ну что ж, мы продолжаем. Будем надеяться, что наши режиссеры свяжутся с нашим телезрителем. Алсы потом зажал гастроек. Итак, девочки, еще такой вопрос есть к вам. Нравится заниматься музыкой, то, что вы делаете? Конечно. Очень сильно нравится. Что самое главное? Награды, общественное признание или внутреннее понимание того, что вот я умею петь, я умею играть и так далее? Конечно же, внутреннее понимание, потому что ведь это самое важное. Да. Награды – это просто кубки и все там. А вот главное, чтобы ты понимал, что ты, допустим, умеешь петь, умеешь играть. Умеешь делать то, что не умеют другие, можно даже так сказать. Ты понимаешь, что ты можешь достичь многого, если ты умеешь, например, играть на чидогине, петь вокальным голосом. Ну, это приятное чувство, я думаю, да? Да. А кто вас поддерживает во всех ваших начинаниях? Родители. Родители, конечно. Родители поддерживают. Да. Как они вас поддерживают? Они говорят, что ты сможешь всего достичь. Настраивают перед конкурсами. Да. Вот это самое главное, у вас очень хорошие родители, это на самом деле здорово, когда мама и папа всегда говорят, что ты сможешь, мы в тебя верим. И тогда человек, я уверен, способен на все. Да. А как вот вначале появился интерес к музыке? Музыка қызығушылықтарын қалай басталды? Моя мама как бы узнала, что в музыкальной школе, могут открыть вокал, если я хорошо спою. Мы долго готовились, примерно месяц, потом вообще... Ну, как бы мы в первый день, было очень много людей, и мы не успели, как бы, мы не смогли прийти, потому что, как бы, слишком много людей было, и уже, как бы, все были места заняты. Но потом на следующий день мой папа договорился, чтобы все-таки они меня послушали. Я хорошо спела, я немного волновалась, конечно, потому что я до этого никогда еще не пела на прелюдиях. На большой сцене, скажем так, да? Да. И, в общем... Им понравилось, как я спела, и они открыли вокальное отделение. То есть от тебя зависело, будет ли в Кокшетау вокальное отделение в музыкальной школе? Можно и так сказать. Это очень круто, прям здорово, что ты смогла это сделать. Мне вообще самой захотелось. Я сначала с первого класса ходила на фортепиано 2 года. Позже я ходила на домбру. И когда открылся в музыкальной школе предмет такой «Читаген», в первый раз. Мне очень захотелось пойти на него, ведь это очень интересный инструмент. Еще я слышала много кюев, песен Каракаты Дильбаевой. И... На Житогене именно? Да, на Житогене. После этого всего мне захотелось играть на этом инструменте, уметь, научиться. Вот так вот. Я сдала экзамен, и мне сказали, что я прохожу. А ты еще на чем-то учишься играть или только вот Житоген? Также мы
с ансамблем играем на шанкобызе. Это такой инструмент, который как бы губами играет. А что сложнее, житиген или шанкобыз? Наверное, житиген. Потому что струн больше. Потому что струн больше. Но если научился, то они оба легкие. Вот смотри, давай ситуацию разыграем. Я не умею играть на житигене. Вообще. Что нужно сделать, чтобы я научился? Сколько времени мне потребуется? В зависимости, сколько вы будете играть на щитогине. То есть, если я буду сидеть целый день, то я быстро научусь? Да, можно так. А если у меня ни слуха, ни голоса, ничего нет, я вообще музыку не чувствую. Как бы, петь не умею, играть не умею. Реально такого человека научить? Наверное, если есть. Ну, надо. Если будет желание... Я моделирую ситуацию, уже не знаешь, что у меня все это отсутствует на самом деле? Но если будет желание, скорее всего, вы научитесь. Главное желание, да? Да, главное желание и стремление. Ну что ж, это очень здорово. А что касается вокала, как научиться петь? Ну, в вокале одно из главных – это слух. То есть должен быть хороший слух, но его можно еще натренировать. Все тут, я даже пробовать не буду. Главное, талант должен быть. Да, ну и надо, чтобы хороший сам по себе был голос, приятный. Ну и вообще тоже голос можно, чтобы потренировать, и тогда у вас может получиться. А где бы ты хотела спеть? На какой большой сцене мировой? Я вообще хочу спеть на сцене Астана Опера. Ну, мы будем надеяться, твоя мечта сбудется. Еще где? Ну, пока что это моя ближайшая мечта. Ну, где-нибудь Италия, где оперное пение, это же у них вообще чем-то, ну, возможно, да, святым считается. Сперва Астана, потом уже Италия, само собой. То есть сначала ты хочешь в Казахстане стать известной, да, а потом уже в других странах. Да, но я не чисто оперой занимаюсь, я еще эстраду тоже пою, как бы. Иногда, ну вот, на эстрадных конкурсах тоже побеждаю. На шоу «Голос» не хочешь съездить? В этом году, возможно, съезжу, ну, если... Ну... Возможно. Если получится, да? Да. Они пригласить тебя должны или как? Как это будет происходить? Нет. Или ты заявку подаешь? Возможно, заявку подам. Ну, это здорово. Будем надеяться, будем очень рады. Да. Будем надеяться, что мы увидим тебя в шоу «Голос», и будем очень рады, если это, да, на самом, конечно, деле произойдет. А теперь какие планы есть еще на будущее? Болашақтаға жоспарларың туралы айтып берсеңдер. Я хочу в следующем году выиграть конкурс «Баладосы». Ну, этот конкурс уже четвертый год будет идти. Ну и уже немного другие будут правила. Но, в общем... Я хочу в следующем году победить и прийти в финал, и хочу в финал победить. В финале победить. Ну, молодец. У тебя все данные есть. Я, конечно, не очень разбираюсь в эстрадном вокале и в оперном, но думаю, у тебя все получится. Спасибо. Я не знаю пока что, какие у меня будут планы, но если будут предлагать какие-нибудь конкурсы, то я обязательно буду в них участвовать и с ансамблем. Даже если одна, то тоже. А тебе как легче играть, с ансамблем или одной? И так, и так. Ну, нравится что больше? Да. Наверное, с ансамблем, потому что там больше поддержки. И с девочками мы очень хорошо дружим. Ну, то есть вы все вместе, как одно целое, да, работаете? Да. Ну, это тоже классно. А как преподаватель? Хороший преподаватель в школе? Да, мою преподавательницу зовут Айгерим Асылбековна. Она очень хороший преподаватель, все очень хорошо объясняет. Да, вот так. Ну, это тоже большая, да, поддержка. Это, конечно, это огромная поддержка, ведь без нее вообще ничего бы не было. А только она преподает или еще кто-то? Только она. Во всей музыкальной школе. Поговорим о ваших преподавателях. Мою преподавательницу зовут Оксана Викторовна. Она научила меня петь оперу. Мы с ней, кстати, знакомы, она была у нас в эфире. Да. Ну, она очень хороший преподаватель, очень хорошо все объясняет. Она дает мне хорошие песни петь. Благодаря ей я стала хорошо петь оперу. Ну что ж, это здорово, спасибо, девочки. Ну что ж, Айгуля, наверное, на пару минут прервемся, а потом продолжим. Ендеше келесі кезекті әсем әнге берейік, және одан кейін бүгінгі сұхбатымызды әрі қарай жалғастырамыз. С тобою сердце мое просто замирает. Каждую ночь во сне вдвоем в небо улетает. Жирым дымен, тонов турган сезым, елесің боп сенің өнім.
өзіңе бергенім өз сезімім менің өмірдегі тәтті кезім Если ты вдруг забудешь сердце свое остудишь буду я помнить об одном Знаю меня ты любишь рядом со мной не будешь к ней ты вернешься все равно Жүрегімді сен тыңдашы бағытыңа бағашы Жүрегімді бұл бақытсын бар маған Я тебя люблю Арнамызға енді ғана қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық бағдарламасы. Ну что ж, мы продолжаем. Девочки, время нашего эфира постепенно подходит к концу. По крайней мере, первая его часть. Сейчас у вас есть возможность высказать свои пожелания, передать привет родным и близким. Я хочу передать привет моим родным, близким и друзьям. Также хочу сказать всем, достигайте своих целей. Если будете упорно трудиться, то... Обязательно достигнете того, чего вы хотели. Я тоже хочу передать всем тем, кто смотрит сейчас этот эфир, всем моим друзьям, знакомым, стремитесь и достигайте своих целей. Всем доброе утро. Ну что ж, замечательные слова, замечательные пожелания. Что, девочки, мы вам тоже желаем удачи, успехов во всех ваших начинаниях. Пусть все мечты сбываются и призы растут просто в геометрической прогрессии. Спасибо. Ну а сейчас... Чтобы все девочки были такими же красивыми и очаровательными, как вы, я предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику. И наши келесы кезекте сән әлем айдары. Бүгінгі таңда үлкен танымалдылыққа ие болып отырған көптеген стиль түрлері бар. Солардың бірі кэжуал деп аталады. Аударғанда кездейсоқ күнделікті деген мағына береді. Алайда күнде киіп жүрген барлық киімдерді бұл стильге жатқыза алмаймыз. Бұл стильдің де өз талабы бар. Қалай пайда болған туралы әртүрлі пікірлер бар. Ең сәйкес келеді ау дейтініміз. 70-ші жылдары Ұлыбританиядағы футбол жанкүйерлерінің қызығушылығынан туған стиль екендігі. Кэжуал гламурдың қандай түрін болса да шектейтін бағыт. Кэжуал гламурдың қандай түрін болса да шектейтін
жиктейтін бағыт. Джинсыда болатын стразалар немесе тым көп жылтыр бижутериялар бұл стильге мүлдем сәйкес келмейді. Сонымен қатар биік өкшелі аяқ киімге де шектеу бар. Бұл стиль түрі сәйкес келмейтін элементтер акцент қоюға рұқсат етеді, бірақ ол ретсіз көрінбеуі тиіс. Бұл стильде киінетін қыздардың сырт бейнесі әртүрлі жағдайда әртүрлі болуы керек. Кэжуал стильнің басты бағыттары: спорттық, әртүрлі жейде мен джинсылардың тоқылған свитерлер, кеды, бас киім немесе кепкалар арқылы байланысады. Бизнес бағытындағы кэжуал қазіргі кезде көп кездесетін тенденция, қатаң классикамен ерекшеленеді. Ал кэжуал шик минимализм мен қарапайымдылыққа басты назар аударылған сапалы қымбат киімдер мен аксессуарлардан тұрады. Смарт кэжуал әртүрлі жағдайға жарайтын бағыт. Жұмыс бабында да бұл бағытқа әртүрлі шарф, сырғалар мен жемпірлер кіреді. Осылайша ыңғайлы, сәнді әрі әдемі кэжуал кез келген әйел заты үшін мүмкін болады. Уважаемые телезрители, перед тем, как мы перейдем к знакомству со следующими гостями нашей студии, я предлагаю вам и тебе, Айгуля, послушать музыку. Я қымбатты көрермендер, студиямызға келесі қонақтар келіп жеткенше, әсем әнге құлақ тірейік.
Уважаемые телезрители, напоминаю, в прямом эфире утренняя программа Кукшенуры, наш телефон 252505. Звоните нам. Я напоминаю, у нас остался еще один неотвеченный вопрос, да, который касается национальных традиций, связанных с девочками. Мы очень ждем на него ответа, но пока продолжаем беседовать с очередными гостями нашей студии. Рахмат көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Біздің байланыс телефонымыз 25-25-05. Және екінші викториналық сұрағымыз бұл қыздарға қатысты қандай салт-дәстүрлерді, ырым, тыйымдарды білесіздер. Егер жауабы сізге оңай болса, міндетті түрде дәл қазір телефондарыңызды алып, бізге хабарлассаңыздар болады. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямызға жаңадан келген қонақтармен таныстырып өтейік. Бізде Ажар Жайылған, каратэ шығыс, және София Яковлева, юная художница. Хош келдіңіздер. Доброе утро, как настроение? Жақсы. Прекрасно. Мы сегодня будем разговаривать с вами о ваших достижениях, о вашем творчестве. И давайте начнем нашу беседу с того, как вы попали, ну, в профессию, я сказать не могу, но, по крайней мере, вот кто-то в спорт, а кто-то в творчество. Мен был спортка, бітті кезінде қатысамын. Мен алтасында апам әкелген каратеге. Ол кезде мен ештеңе білмейтінмін. Ол кезде маған бәрі бірінші рет болатын алтаста. Және үш ай өткеннен кейін мен бірінші жарысым болды. Онда мен ер балалармен төбелесіп бірінші орын алдым. Және де менің бірінші тренерім ол томпышып шыққан болатын. Сол қазіргі кезде менің жаттықтырушыларым ол Сеткалева Мерберт пен Сеткалев Ерке болған. Спасибо. С самого детства я мечтала учиться в самой красивой школе города Кокшетау. Это какая? Детская художественная школа. Я даже не сомневался. Проходя мимо детской художественной школы, я всегда смотрела, какие прекрасные скульптуры окружают школу. Таким образом, я поступила в детскую художественную школу и учусь сейчас уже 4-й год. Как успехи за это время? Прекрасно. Я закончила 3 года на отлично. Сейчас я выполняю экзаменационную работу на протяжении всего года. Буду защищать дипломный проект. А что это за проект? На протяжении 3-го курса мы придумывали композицию На что, на тему на какую-то? Да, на тему, на традиции Казахстана, древнего казахского народа. Юра, менің көзім на Ажардың мойындағы сан түрлі медальдарға түсіп отыр. Да, очень много медалей. Я тоже обратил гирлянду целую. Мен жақсы көретін жүлдем, ол Қазақстан чемпионатында алған жүлдем, екінші орын алдым, және де көптеген. Меня вот это интересует. Вот с древнегреческим или древнеримским шлемом? Это было в городе Щучинск. Это было соревнование открытое. Там я заняла 1-е место. Вот. Угу. Еще очень... А вы можете их прям не касаться, мы их видим. Другие. Да, вы немножко прикрываете. Что очень здорово. А самое важное достижение? Какое? Самое важное достижение – это вот чемпионат Казахстана. Это 2-е место на чемпионате Казахстана. Да. Дальше есть еще куда расти? Да, конечно. Очень много достижений я хочу достичь. Самое, которое я участвовала в соревновании, это был чемпионат Азии в городе Япония. Вот. И сейчас мы готовимся на чемпионат мира в городе Астана. И вот я хочу... Когда будет? Это было в ноябре. Ну, заранее желаем вам успехов, чтобы там все у вас получилось как надо. Спасибо. София, у вас какие планы дальше? Что делать с художеством после окончания школы? По поводу будущей профессии я еще не задумывалась, но опыт, полученный в детской художественной школе, мне пригодится на всю оставшуюся жизнь. Самое мое большое достижение – я заняла 3-е место в международном конкурсе «Образ моей страны». Была награждена грамотой Акима города Кокшетау и путевкой в город Туркестан. Как в Туркестан съездили? Прекрасно. Понравилось? Да, очень. Мы были на различных экскурсиях, посещали различные мавзолеи. Вот. А как художник для себя что-то подчеркнули оттуда? Конечно, я очень акцентировала свое внимание на искусство древнего Казахстана, на традиции. София, теперь расскажи о своих вот картинах. Я люблю очень писать картины маслом и акрилом, потому что работы получаются очень яркие и красивые. Также я делала картину «Батик» и «Коврат качества». Вот, это было очень сложно. Это было очень сложно, но я добилась вот такого успеха.
Ну, очень здорово. А долго это делается? Конечно. Я делала на протяжении 2-2.5 месяцев. Это ковроткачество? Да. А батик? Батик я сделала быстро, где-то за месяц. За месяц это быстро? Да. Для картины? Да. Так, спасибо, девочки. К нам в студию только что поступил звонок. Давайте послушаем наших телезрителей. Кайла там? Стыкили эфирдесис? Алло. Кайла там? Сырмат, сырмай, гульдира. Доброе утро. Сыздерден трахта курмендеринес. Жадрау Бакирова. Бүгін қыздар күні деп жатыр, өте қуаныштымыз. Өзімде екі кішкентай қызым анасымын. Қыздарымен қамшатым өсіп келеді. Бүгін студияда отырған барлық кішкентай қыздарды осы мерекелерімен құттықтаймын. Әрбір ананың бақыты ол қызы. Қызы болса ол өзінің жалғасы, көмекшісі, қамқоршысы. Қызы ол әрдайым ата-анасына, отбасына жақын. Және осы сіздердің эфирларыңызды пайдалана отырып, бүгін бізде үлкен қуаныш. Ағамның қызы, кішкентай Айару 5 жасқа толып жатыр. Бодақанымызды туған күнімен құттықтаймын. Және де осы студияда отырған Юраны да алған Тэфи жүлдесімен құттықтағым келеді. Тек қана сақ тілеймін. Спасибо. Жұмыс күндеріңіз сәтті өтсін. Көп рахмет. Спасибо большое. Поздравили всех сегодня, да, мы тоже поздравляем всех девочек, поздравляем именинников. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. Хотелось бы узнать про кубки. Можно его взять посмотреть? Да, конечно. Просто такая... Тяжело, наверное, да? Нет. Ты удивишься, но нет. Я думала, тяжело, когда вижу кубки, я думала, всегда. Мне кажется, если его чем-то наполнить, наполняют на соревнованиях чем-то, нет? Не знаю. Но он будет гораздо тяжелее, а этот не открывается, да, сверху? Нет. Он тоже можно, да? Да. Вот этот потяжелее, видимо, из-за крышки. Угу. Это, кстати... Чемпионат Казахстана. Вот, это вместе с медалью он шел. Да. А, то есть идет не только медаль, еще и кубок? Да, и грамота. Очень здорово, еще и грамота. Да. Шикарно просто. Так, София, а какие есть награды у вас? У меня есть различные грамоты. Я принимала участие в различных конкурсах и выставках города Кокштау. Они проходили в краеведческом музее в основном. А персональную выставку не планируете открыть? У нас многие художники проводят. В будущем, проводят. Может быть. А сколько картин уже есть в активе, в профессиональном? Больше 15. А вы продаете свои картины? Я еще не задумывалась, но сейчас я рисую портреты. И многие друзья... Нет. Многие друзья интересуются, будешь ли ты продавать. Вот. Но я еще не знаю, не думаю. Дам идею для стартапа. У меня есть одна знакомая, которая в интернете занимается продажей своих портретов. То есть она рисует портреты на заказ и продает. Неплохо на этом зарабатывает. Хотя она вообще не художник, у нее даже образования нет. Просто попробовала, получилось. Поэтому идея прекрасная, можно попробовать и на этом неплохо заработать. Да, и как раз хобби. Надо извлекать пользу. Как говорят, лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Работа с пользой. Так я не знаю, как можно зарабатывать на карате пока. Так, ну, а по карате какие дальше идеи есть? Как развиваться? В тренерство пойти? Преподавать? Учить детей? Что делать дальше? Или все-таки уходить из спорта со временем? Нет, я думаю, что я буду дальше развиваться, буду тренировать детей, буду учить тому, чему меня научили мои тренеры. Вот. И для меня я хочу, чтобы открыли... большой спортивный зал, где можно тренироваться свободно, где можно вкладываться. Ну, не то чтобы сейчас я не вкладываюсь, конечно, просто я хочу, чтобы открыли большой зал, где можно... где можно будет самой тренироваться, да. Еще и детей тренировать. Ягни, сен болашақтағы өміріңді осы каратемен байланыстырмын, да? Вот у вас сейчас коричневый пояс. Да. Он перед черным. Да. Давайте о классификации. Мечта самая большая в жизни, не знаю, у каждого каратиста, стать черный. Обладателем черный. Красного пояса. Черного? А красный самый последний же есть, которым один человек всего владел. Ну да. Ну, есть, насколько я знаю, есть красный пояс, который был вообще только у одного человека в мире, это у самого создателя этого вида спорта. Все, больше до него еще никто не дорос. Нет. А есть перспектива дорасти? У всех каратистов спрашиваю. Ну, когда-то в будущем, может быть, да. Будет такое, но самое главное сейчас получить, я хочу черный пояс, потому что... Потом полоски какие-то еще да, есть. Да, это данные, первый дан, второй дан. Для этого надо хорошо тренироваться, расти, соблюдать дисциплину, которую для нас специально
и идти только вперед. То есть, что касается дисциплины, там не только физическое, еще и духовное развитие? Да, духовное. А что нельзя, и что можно делать, и чего нельзя делать каратисту? Ну, согласно культуре карате. Духовной практике, скажем так. Это соблюдать дисциплину, для нас это очень такое строгое, потому что если ты не соблюдаешь дисциплину, то, можно сказать, тебя могут вычислить. Так. Ну, нельзя пропускать тренировки. Да, нельзя тәртіпке бағыну керек. Я тәртіпке бағыну керек, өйткені әрбір жерде өз мәдениетінде тәртіпінде көрсету керексің. Потом, насколько я знаю, еще нельзя вступать в конфликты на улицах. Да. Егер сен далада біреумен төбелессең, сол сенің барлық нәтижелеріңді алып қою мүмкін. Ну, лучшая война та, которая не началась, да? Да. А София, у тебя какая мечта? Я мечтаю закончить школу отлично, также связать искусство в своей жизни. Каким образом? Ну, стать, к примеру, архитектором. Ну, это очень похвально. Также хочу проектировать здания в Казахстане, чтобы они были самые красивые, вот, и чтобы все люди радовались моим проектированию зданиям, чтобы получились очень красивые. Ну, на самом деле, я хочу отметить сразу же, что в Казахстане архитектура развивается просто семимильными шагами, чего стоит только Астана со всеми ее зданиями, очень необычными, и в Европе не везде такие встретишь, поэтому это очень здорово. Я думаю, что вы еще внесете свой вклад в развитие отечественной архитектуры. Ну, сейчас, Айгуля, давай посмотрим еще одну рубрику. Я ендеше, құрметті көрермендер, келесі кезекте модно быть красивым айдары әрқашан әдемі болып жүрудің қыр-сырын дәл осы айдар айтады. Вот уже несколько сезонов обувь спортивного дизайна одерживает абсолютную победу над каблуками. Без кроссовок на подиумах не обходится ни одна коллекция, ни один обувной бутик. А значит, следует подыскать им подходящее место в своем гардеробе. Чтобы не промахнуться с фасоном и имиджем, познакомьтесь с основными модными тенденциями и рекомендациями, как и с чем носить кроссовки. Сникерсы и классический стиль одежды. Кроссовки – превосходный компаньон для спортивной и классической одежды. Например, они прекрасно смотрятся с узкими мужскими брюками и строгим пиджаком. Очень освежают традиционные рубашки и пальто. Это наиболее предпочтительное сочетание, особенно для этой осени, когда образ девушки-сорванца чрезвычайно популярен. Сникерсы к верхней одежде. Нет сомнения, что лучшим и очевидным компаньоном кроссовок является куртка. По мнению стилистов, это самое популярное сочетание в этом году. Молодым и смелым рекомендуют пробовать сникерсы с коротким пальто или пончо. Сникерсы и джинсы. Сочетание этого вида обуви с джинсами не вызывает никаких вопросов. Стоит добавить, что джинсы могут быть абсолютно любые. Узкие обтягивающие, широкие мужские или с высокой талией. Дополните их классическим пиджаком или любимым свитерком. И не прогадайте. Сникерсы и аксессуары. Создавая такой неоднозначный образ, нужно подумать и о сумке. Она должна стать связующим звеном между верхом и низом, одеждой и обувью, а не выглядеть как граница между двумя разнородными стилями. Лучшее решение – объемные женские сумки, особенно на длинном ремне. Қымбатты көрермендер, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирде жұмыс атқарудамыз. Көкшенұры таңғы тарымдық бағдарламасының байланыс телефоны 25-25-05. Егер сіздің бүгінгі тақырыпқа қатысты айтарыңыз болса, немесе викториналық сауалдардың жауабын білсеңіз, хабарласыңыздар. Ну что ж, девочки, давайте теперь с вами поговорим о людях, которые вносят огромный вклад в ваше развитие, о ваших преподавателях и тренерах. Ең бірінші ол ата-ана. Саған қолда көрсететін, сені әрдайым алдыға ұмтылтатын, және де сенің жаттықтырушыларың, сенің жүлде алуың үшін бәрін жасайтын, сені әрдайым қолдайтын, және де ол туысқандарымыз. Мен ойымша сол кісілерге үлкен алғыс айту керек. Ең бірінші жақындарыңыз, одан кейін мұғалімдер. Иә, туыстарымыз. София? В нашей художественной школе преподают самые креативные и самые умные учителя. Это Юлия Владимировна, Наталья Андреевна, Наталья Владимировна, Ержан Мангельдинович. И самый лучший классный руководитель – это Ирина Владимировна. Почему такое мнение о педагогах сложилось? Мнение очень классное, оно нам очень нравится, но почему?
они на протяжении всей моей учебы в детской художественной школе помогали мне, советовали, как будет лучше, чтобы достичь успеха в картинах. И сейчас продолжают делать то же самое? Да. На конкурсах поддерживают на каких-то? Конечно. И морально, и физически. Ажар, саған мында сұрақ қойып келіп отыр, мен каратэдан бөлек тағы неге қызығушылық танытасың? Қандай хоббиларың бар бұдан бөлек? Каратэден бөлек бимен айналысамын. О, қандай би түр? Әртүрлі. Хип-хоп деген сияқты. Өзім үшін танысамын. Я понял, бұзды. Өзім үшін. Ну, так. Ну, неплохо, но в каратэ это тоже танец, в принципе. Да. Немножко травмоопасный, но всё же танец. Итак, девочки, ещё такой вопрос. Вы как-то развиваетесь? Книжки читаете, фильмы смотрите? Конечно. Какие? Я последнюю книгу прочитала «Бумажные города» Джон Грин. Угу, отлично. А кино? Кино? Мое самое любимое кино – это «Иллюзия обмана». Думаю, это «Иллюзия очень, обмана». Это очень, ну, очень необычный фильм, я согласен, да, полностью. Айгуля? Мен бұл фильмді көрмеген екенмін. Енді осы эфирден кейін міндетті түрде қарау керек болды. Я не смотрела этот фильм. А, хочу спросить про то, какой твой любимый. Фильм? Да. У тебя тосна ойлаған сұраға екен, менің сүйікті фильмім. Ты мой дом деген фильм бар, түрік фильмі, детский фильм. Соны айтуға болады. Ну, я его знаю, но я его не смотрел. Вот тебе тоже я турецкие фильмы просто не очень люблю. Ну, давай теперь о книгах. Книга? Самая любимая. Так, самая любимая. Нет, я тоже отвечу сейчас на все вопросы. Просто чтобы никому не было обидно. Так, самая любимая. Жанах, шитель ктаптарна шнин. Шантарам дай туга вот. Ал отандык ктаптардан, отандык жазушлардан ктаптарнан. Абай жолушхар. Ну, Путябай? Да, Путябай ең бір. Здорово, на самом деле, здорово. Ну ладно, давайте перейдем к другой теме, я не буду отвечать на эти вопросы. А я хотела тебе задать вопрос. Вот любимая книга и фильм. Ну, любимый фильм, мне очень нравится «Законопослушный гражданин». Mm-hmm. Ну, фильм о справедливости. Mm-hmm. И мне очень нравится из книг, так, ну не соврать, просто очень много любимых книг. Ну, наверное, мне нравится Уильям Голдинг «Повелитель мух», mm-hmm. антиутопия такая. И я вообще очень люблю антиутопии. И что мне еще нравится? Ну, огромное количество, ну, самая, наверное, такая, запоминаешь, которую я больше всего раз читал. Это Булгаков «Мастер и Маргарита». Mm-hmm. Все, отходим от литературы, возвращаемся к теме спорта и творчества. Итак, где бы хотели выступить? На самой большой арене. Либо выставить свои картины на какой-то самой крутой выставке в мире, либо на каких-то соревнованиях. Чемпионат Европы. Чемпионат Европы. Почему именно Европы? Не Азии, не мира, почему Европы? Потому что чемпионат Европы для меня это очень большое достижение. Я хочу... Например, выйти на татами и просто побиться там. Это большое достижение для меня будет. Угу. София? Ну, я бы хотела начать с малого. Это сделать... Персональную выставку в Лувре. Нет, сделать персональную выставку в нашем краеведческом музее города Кокштау. Ну, а затем можно путешествовать по миру, показывать свои картины, чтобы Казахстан радовался за меня, гордился мной. И вот родной город. Я вам хочу одну интересную историю рассказать о том, как продаются картины. Mm-hmm. Было два друга, и один другому говорит, почему ты не продаешь свои картины? Вот то, о чем мозг как раз спрашивает. Mm-hmm. Он говорит, ну вот ты когда-нибудь видел тонкое пламя свечи? Ну, получается как, один другого спрашивает, почему не продаешь картины? Он говорит, ну я не пробовал, они не продаются. Он говорит, а ты, говорит, просто всем говори, спрашиваю у всех, ты говорит, видел тонкое пламя свечи? Ну хорошо, к нему приходят, спрашивают. Он говорит, не нужна картина. Мне говорят, а что особенного в вашей картине? Он говорит, а вы когда-нибудь видели тонкое пламя свечи? Mm. Он говорит, нет. Он говорит, ну вот, здесь это все отражено. И картины начали покупать. Он с которыми стал очень богатым человеком. И когда к нему пришел его друг, который его этого научил, он говорит, как ты так разбогател? Он говорит, а ты когда-нибудь видел тонкое пламя свечи? Вот это та самая история, на самом деле очень простая, но если рассказывать о своих картинах очень красиво и грамотно, и внедрять в них что-то необычное, они начнут продаваться, я думаю, все перспективы, они откроются перед вами. Угу. Хорошо, спасибо. Ну, по крайней мере, мы будем в это очень сильно верить и очень сильно надеяться. Юра, мен бүгінгі тақырыпқа сай сұрақ қойым келіп отыр. Бүгін халықаралық қыздар күні дедік. Сіздердің ойларыңызша осы қыз тәрбиесінде ең маңызды нені ескеру керек?
это воспитание девочки, что самое главное? Вот в вас что родители вложили самое такое? Воспитание. Воспитание, да. Хорошо. В девушке самое главное воспитание. Уважать старших. Уважение к старшим. Скромность, порядочность. Угу. Еще всегда что? Помогать людям. Угу. В любой ситуации. Вот по сравнению мальчика, например. Аккуратность. А что с мальчиками не так? У мальчиков аккуратности недостаточно? Нет, больше внимания, например, воспитание. Девочки воспитываются немножко в других условиях, чем мальчики. Да. Мальчики немножко жестче. Это нормально. Так исторически сложилось и всегда так было. Ну что ж, у нас остается всего немного времени. Я предлагаю еще ненадолго прерваться, а потом продолжить наш диалог. Я Юра Сермена. Келесемін келесі кезекте. Триумф айдары. Өңірдегі спорт жаңалықтарынан хабардар ететін айдарға кезек берейік. Шырайлы Шымкенттің жасыл алаңында Көкшетаудың оқжетпес футбол мектебінің қыздары жасында жарқырады. Олар бірнеше кездесу өткізіп, тактикалық, техникалық шеберліктерімен дараланып көзге түсті. Бұл біздің аймағымызда да әйелдер футболының мықтап дамып келе жатқанының айқын айғағы болса керек. Қазақстан Республикасының чемпионатының әр күні тартысқа толы болды. Жүлделі үмітті 8 команданың шашпаулы футболшылары жасыл алаңда жасындай жарқырады. Солардың арасында Көкшетаудың оқжетпес балалар мен жасөспірімдер футбол мектебінің ойыншылары Валерия Прохорова үздік қорғаушы, Сабина Елубаева үздік шабуылшы номинациясына ие болды. Жалпы 300-ден астам бала айналысады. Олардың ішінде 4 қыздар тобы бар. Біздің қыздар командаларымыз барлық республика бойынша өтетін барлық жарыстарға, чемпионаттарға қатысады, ауданаралық жарыстарға қатысады. Біздің қыздар топының қыздар командасын Третьякова Наталья Владимировна мен Кадуцкая Анна Геннадьевна екеуі жаттықтырады. Футболшы қыздарымыз алдағы 2019 жылғы чемпионатқа дайындықты бастап кетті. Олар қыс бойы жаңадан пайдалануға берілетін жабық спорт кешенінде дайындалатын болады дейді оқжетпес балалар мен жасөспірімдер футбол мектебінің директоры Мұрат Түкеев. Жауапты жарыстан жүлделі оралған қыздардың көңіл күйі көтеріңкі. Басқа ойнаушылар, басқа командалар өте қиын болды, бірақ біз оларды жеңіп екінші орын алдық. Жақсы ойнаған Мұнжасар Лунара, Елубаева Сабина, Валерия Прохорова, Евгения Том, Нурдинова Ангелина. Жыл озған сайын материалдық техникалық базасын ғайып келе жатқан оқжетпес балалар мен жасөспірімдер футбол мектебінде жаттығатын қыздарымыздың шығар биігі алда. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы сегодня разговариваем на замечательную тему, замечательными людьми, в честь которых я бы хотел послушать прекраснейшую музыкальную композицию. Айгуль, ты не против? Жоқ, мен қарсы емеспін. Ендеше, қымбатты көрермендер, бүгінгі осындай елеулі мереке қарсаңында әдемі бір әнге кезек берейік. Смотрим и заряжаемся позитивом. Сиви қайда? Тұрмын ғой мен. Бояуым өшіп қалған. Тезірек бояндырып әпкендер онда. Жүр. Ойте қыздар, тезірек жұмысты бастайық. Кеттік. Білмеймін сен.
Көрермендер, тікелей эфирде Көкше нұры таңғы танымдық бағдарламасы. Біздің байланыс телефонымыз 25-25-05. Ну что ж, мы продолжаем, девочки. Вот мы сегодня наговорили вам с Айгулей много всяких пожеланий, пожелали вам успехов в вашей профессиональной, скажем так, деятельности, дальнейших побед, достижений. Сейчас у вас есть такая возможность высказать свои пожелания нашим телезрителям, передать приветы своим родным, близким, тренерам, педагогам. Барлықтарға тілейтінім, ол әрдайым спортпен шұғылдану керек, спортты ұмытпау керек. Және де мен өз ата-анама, туысқандарыма, достарыма сәлем жолдаймын. Я передаю привет всем своим родным, друзьям, педагогам детской художественной школы. И если вы хотите научиться рисовать, приходите в нашу детскую художественную школу. Двери всегда открыты, вас встретят с любовью, креативом и радостью. Ну что ж, очень здорово, спасибо вам огромное. У нас осталось буквально несколько минут до конца эфира. Айгуля, для тех, кто смотрит наш эфир сегодня либо не с самого начала, либо не знает, что сегодня одеть при походе на работу, хотя время уже, я думаю, уже пора бы и выйти, если к 9. Ну все же, давай покажем наш прогноз погоды, чтобы все знали, что чего сегодня ждать от природы. Я Юра, дұрыс айтасың, бүгінгі күн бізге қандай тосын сый дайындады екен, бұны білу үшін ауа райына кезек берейік. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік, біз бүгін халықаралық қыздар мерекесіне орай өте өнерлі, еңбек жолын енді бастап келе жатқан табысты қыздармен таныстық. Бүгінгі эфир өте қызықты өтті деген ойдамыз. Бірі жетігенде ойнап, өзінің вокалын көрсетсе, енді бірі спортпен айналысып, сурет салып, әрқайсынан үйренер қызықты сәттер көп болды. Ендіше қоштасар уақыт келіп жетті. Ертеңгі күні дәл осы уақытта біз өздеріңізбен тікелей эфирде қайта жолығамыз.
Ну что ж, на этом наш эфир, к нашему глубочайшему сожалению, подошел к концу. Но мы с вами не прощаемся, мы увидимся с вами в эфире снова уже через какое-то время. Всего вам лучшего, самого наилучшего, счастья, здоровья, успехов. Пусть день будет наполнен позитивом и приятными моментами. Спасибо, что были с нами. Всего доброго и успехов. Аман, сау болыңыздар. Жаныңа салып сенің байқамаймын, сүйемін депті сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігімді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағана жетпей жатсам егер кей кезде сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кешелер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайым амау, жүрегім менен ұшағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі, ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесін. Ханшайым амау, бағымды менің жалғыз өзің еселер, бағымның гүлі болып бақыт кешелер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей